Воду из канализации приходится использовать жителям села Карабулак в Туркестанской области. За 5 лет стоки канализационных сетей целого района переполнились и стали впадать в находящуюся вблизи реку Кайнар-Булак. Люди до сих пор использовали воду из реки, так как на селе нет централизованного водопровода. Жители считают, что это и стало причиной роста заболеваний среди местного населения. Подробности. Жители села Карабулак Сайрамского района считают, угрозу жизни и здоровью людей несет использование зловонной некачественной воды. Проблема не решается на протяжении 10 лет. Население стало часто болеть. Вот эту смесь из канализации и воды нам приходится пить. Болеют дети, старики, скотина вся вымерла. Едем в больницу, говорят, отравление, и отправляют домой. Это не решение проблемы. На селе плюс ко всему никогда не было централизованного водоснабжения. Такой роскоши они ждут десятки лет. Приезжие отказываются пить нашу воду, отмечают отвратительный запах. А нам выбирать не приходится. Это все, что у нас есть. В канализационную систему района ежедневно сбрасываются стоки из более чем 50 многоэтажек и коммунальных учреждений Сайрамского района. Сельчане утверждают, что жаловались во все инстанции. Их проблемы услышали. В результате в 2017 году из республиканской казны выделили 790 миллионов тенге на строительство очистных сооружений. Был определен подрядчик. Но объект, который должен был приступить к процессу очистки еще в 2019 году, до сих пор бездействует. Канализационная очистная станция не работает. Со стороны подрядной организации требуется ввод устройства в эксплуатацию. Однако подрядная организация не может запустить устройство. На сегодняшний день ведется судебное производство. Устройство могло бы производить фильтрацию сточной воды до 3000 тонн в сутки. Качество гарантировали на 90%. Но почему приходится ждать и когда теперь запустят станцию, чиновники внятно ответить не смогли. А местные жители справиться в одиночку с такой проблемой не могут. Жанар Масугутов, Виталий Заинтинов, Атамикент Бизнес, Туркестанская область.